И вот я опять наслаждаюсь внутренними двориками этих прекрасных зданий. Это тот же самый Крист университет. Он был основан в 1400 каком-то году каким-то священником. А потом все-таки король забрал его, это помещение, под свои проекты. Так и написано, королевские проекты. И King's College, и Christ College стали образовательными проектами короля тех времен. Вот, поэтому везде все делается по-королевски. Вообще, когда люди делают что-то согласно своего видения, и это видение человека с широким мировоззрением, с пониманием того, как должно быть для того, чтобы людям было счастливо здесь учиться, жить, дружить, развиваться, это чувствуется, что здесь все-таки все по-королевски. Я подумала, все-таки это, наверное, есть вот этот секрет, почему люди любят эту Англию, потому что все-таки крути, не верти, а везде все по-королевски. Люблю вас, пока!